сам, не пойми что, ну смотри. Ремень какой-то блестящий одел. Идем сейчас, погода солнечная. Я телеоператор по Одессову, потихонечку. А? Ну как дела-то? У меня? Ну конечно, кого же. Как обычно меня снимаешь? Ну типа, блин, не, вон Славичек, я его не могу никак поймать. Чё надо, блин? В объектив, вон он, вон гончит. Ну вот, в общем вот такая. Я без очков стал очень тухлый. Не, не тухлый, нормально. Короче, мы сейчас идем на рынок, блин. Он пассажир какой-то там гончит. Вот, на рынок. С дебильником, блядь. С дебильником все. А ты вот что снимаешь, я вижу в эту фишку, потому что здесь красный горит. Я знаю, 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 знаю. Ну вот. Короче, на рынок сейчас идем мы. Сейчас буду, короче, цеплять баб, а вот тут пассажир будет снимать. Я на автоответчике оставил, у меня такая функция, есть автоответчик, я оставил информацию. Ага. Вот на этот пейджер мне сейчас позвонили и сказал, вот у меня такие ботинки. Ну я вижу, ну ты хуёв, ботинки очень, кстати говоря. Ну сними меня всего. Смотри, хуй, пассажир. Ну и чё, чё хорош. Ты очень урод, кстати говоря. Вот. Я урод. Ну вот. Ну если я урод, да, дай, дай. А, я урод, значит, да? Пошёл, очки по дурака. Я урод. Да. А вот он пассажир. А это вот я вот. В общем, вот. Батя... Он вообще урод, посмотрите. Нет, сейчас я буду увеличение делать. Вот. Пойдем. Вот у него такое еблище тухлое, гнусное, толстое. А вот пойдем. Пассажир номер два. Пойдем. Куда идешь? Я тебя увеличаю, это все. Пойдем. Все, пошла. Пошел, на красный. Позовешь? Нет, да. Ау. Куда? Сюда. Иду. Ну? Во сколько поедет? Во сколько? Она уже подошла? В 3 часа мне надо там, с этим, к этим. Сейчас, знаешь сколько? 5. Сейчас 53. Да. G-Shock, охуенно. 6, да? 2 и 6. 6 часов точно. Пускай двух подушек берет. Что? Ха-ха-ха, пацач. Не понял. Пацачек морочный. Это пассаж, да, у Димы. Вот у него хакерские на фишке надписи. Джункер, Койл, ТМТ, что-то тут. А вот другой пацаж. Вот он весь, в принципе, такой прикинут. Весь. Вот. А это мои часы, я уже об этом говорил. Сейчас время 53, заряда у нас хватает. Вот. Всего, надо сказать, понимаешь ли, час. Ну вот он в моих очках. Сними очки-то. А? О, вот не ее голубые глазки. Ну вот прикид, вот такие ботинки, в принципе. Вот. Мы сейчас находимся, стоим, в принципе, так сказать, у Будапешта. Тут наблюдается скопление барыг. Они торгуют гнилыми овощами. Да, вот, сейчас я найду. Вот торговые ряды, сейчас я увеличу. Меня очень любят женщины. Мое хобби – это женщины. А вот этого пассажира, сейчас которого к вам приспособлен, этого хобби… Вот на запэжер схватился, но сейчас вообще не пришло. Вот. А вот мой пэжер. Система, так сказать, весарин. Вот, сейчас я увеличу. Вот. Вот, сейчас я сделаю подсчет. Вот, приезжай завтра в 10:00 в офис за… Сейчас не видно. Ну-ка. За зарплату. И Андрей. Андрей – это руководитель офиса. Пэжер у меня Motorola Advisor. Я плачу за это большое. Лаве, время сейчас 53. А вот немедленно отнимается камера и в кадр берется. Я снимал. Другое. Я посмотрю, сначала сейчас свечу. А вот, так сказать, самый-самый главный. Самый-самый крутой. Вот это мы все главные в своем роде. Все главные в своем роде. Да, самый лучший, самый мира. Пассажир, хорошо, а вот, так сказать, наш район. Вот здесь мы живем недалеко. Вон Пепси, постмилиция, вон там. Это мы находимся около Будапешта. Мы стоим под крышей Будапешта. Вот этот пассажир, где металли противоположное направление, он звонит баб морочит, потому что мы сегодня будем встречаться. Ну что, в принципе, можно заснять? Торговые ряды, палатки, все. Вон театр строится новый. Вот. Мы его уже видели только что. Да. Итак, я нажимаю кнопку на пассажира, вот, на выше. Так, я сейчас все, он дозвонился, сейчас уже я информацию буду получил 100%. Ты во сколько вернулся сейчас? 6. 6 часов. Ага, пошли. Это мой компаньон, я с него тяну деньги. Чего заморачиваем? А? Он говорит, что мы заморачиваем. Когда он проснулся на Новый год пьяным, он говорил, какие там, браток, ништяки. Я не очень долго врубался, в принципе, что это ништяки. А потом понял, ништяки это... Она сказала, через полчаса. Вот сейчас мы будем приближаться. Вот этот пассажир, он недавно замутил камеру. Так, так, слышите? Короче, это сам. Говори. Полчаса. Чуть-чуть. Ну что? Ну, да. Для чего? Смысл?
будем встречаться сейчас, так сказать, с одной. Все, выключаем. Очень, так сказать, женщиной. Потом расскажем. Нет, пускай оставим. Едем встречаться с одной очень женщиной, но мы ее, в общем-то, не видели никогда. И как повернет судьба, нам, в общем-то, неизвестно. Может быть, они окажутся очень голимые. Если они окажутся голимые, то, соответственно, мы попадем с ними. Проявили благотворительность. Хуям, блядь.